Выставлены в выставочном павильоне, ковры и ковровые изделия радуют глаз. Здесь представлены более 1000 видов дизайна текстильной продукции. И что очень важно, понравившийся ковер или изделие можно будет приобрести по фабричной цене. Женщины не упускают возможности проверить качество. И если изделие понравилось, то сразу же здесь и покупают. Живу я в микрорайоне Самал, узнала о выставке и не удержалась, приехала посмотреть. Дома ковры устарели, хочется обновить. Хорошо, что местные производители выпускают качественные отечественные ковры. Выбор большой, аж глаза разбегаются. Из такого разноцветия выбрать подходящий ковер будет нелегко, но уже уверена, что иду с покупкой. Предприятие изготавливает ковры и ковровые изделия из синтетических полипропиленовых нитей на современном бельгийском оборудовании. Фабрика «Балтикстиль» производит продукцию с 2013 года. За это короткое время предприятие успело завоевать положительную репутацию. Заявки на отечественную продукцию поступают не только из ближнего, но и дальнего зарубежья. Сейчас мы поставляем не только в Казахстан, а мы соседние республики, Кыргызстан, Россия в том числе. Начинаем поставлять в Таджикистан и шведские компании IKEA, сеть IKEA компания. Это Германия, Англия, Соединенные Штаты и Китай. Посетители ярмарки удивили доступные цены. Руководство «Балтикстиль» к 18-летию Астаны предлагает ковры и ковровые изделия по ценам значительно ниже рыночных. Ярмарка, организованная в выставочном центре в микрорайоне Нурсат, продлится до 9 июля. Шинар Оразова, Ильдар Жунусканов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».